Самое опасное при тренировке, хоть в зале, хоть на турниках, это превысить допустимый лимит подходов. То есть я часто делал и делаю ошибку, иногда допускаю, что когда вот интенсивно тренируешься, и ты чувствуешь, что еще сможешь, то ты вот эти все подходы добавляешь, и тем образом ты просто свой организм перенапрягаешь в любом случае. Это категорически нельзя делать. Это плюсом для тренировки не будет, только минус большой будет, потому что ты будешь делать большой перерыв.